Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня на канале будет видео о косметике декоративной. Все для нашей с вами красоты, женственности, для красивого и качественного макияжа. Так что, если вам интересно посмотреть, что у меня тут есть на моем столике туалетном, то давайте начинать. Начинать мы будем, конечно же, с базы. Какую я базу использую обычно? Перед макияжем сейчас это метеориты от Кирлен. Довольно-таки вот такая вот не бюджетная абсолютно база. База стоит где-то в районе 75-80 долларов. Я ее приобретала. Но это самая качественная база вообще, какая у меня была. Чем она отличается от других баз и чем она хороша? Она замечательно увлажняет ваше лицо. Она его подсвечивает за счет того, что это метеоритная база, да, рассеивает вот такой вот цвет. Очень красивый фотошоп-эффект, очень такой дорогой, ухоженной, красивой кожи. Мне безумно нравится вот это свечение кожи. Смотрится очень-очень дорого. После этого наносите любой тональный крем, и просто кожа преображенная уже. Мне очень нравится эта база. Когда-то я даже ее использовала без тонального крема, то есть просто наносила базу, и у меня такое было красивое личико, даже вот не пользовалась тональником, но тональником сейчас пользуюсь. Хорошая база, очень вам ее советую, качественный продукт. Дальше. Из тональных основ у меня пока две тоналочки Mary Kay, вот такие вот, но этой коллекции уже нет, поэтому долго на ней останавливаться не буду. Вот, так, консилеры. Консилер у меня сейчас любимейший, вот такой вот марочки Sephora. Потрясающий консилер. Он... вам покажу вот такого, знаете, такого немного, сейчас скажу, что это за оттенок. Это оттенок 06 Beige Clair, который подойдет абсолютно всем. Очень-очень классный консилер, и он прям очень круто освежает. И чуть попозже я вам расскажу о очень одном другом крутом консилере. Также, конечно же, у меня есть пудра и есть метеориты. Так, в первую очередь пудра. Пудра у меня от марки MAC, это Studio Fix. Вот так вот выглядит пудра. И оттеночек это NV20. NV20 вот такой вот оттенок. Тут немножко не видно, она уже заморалась. Но это очень крутая пудра. Она настолько круто фиксирует лицо, что просто после нее ходишь просто сутками. Я очень ее люблю на выступление. Она круто делает фотошоп эффект лица. Придает красивый оттенок, стойкость. Обожаю. Дальше, конечно же, метеориты. Потому что метеоритами я обязательно подсвечиваю свое лицо. У меня есть вот такие стандартные метеориты в оттенке 03. Они есть в шариках и есть вот в таком прессованном виде. В прессованном мне удобнее брать с собой. Я их часто их ношу, поэтому они в прессованном у меня виде. Есть вот эта замечательная новиночка. Если где-нибудь еще найдете ее, сейчас я вам ее покажу. Это была весенняя, по-моему, коллекция. Очень тоже красивые метеоритики вот такие. Просто еще с румяшками. Просто замечательные. Хорошо тоже очень подсвечивают лицо и делают очень красивый дорогой макияж. Дальше очень качественные мои любимые румяна в оттенке романтика от марки Givenchy. Вот прям до дырочки уже их затерла. Очень красивый такой оттенок пыльной розы. Так что советую. Дальше. Тени. Покажу тени. У меня из Dior с собой есть вот такая палетка. Так вот она выглядит. Очень красивая палеточка с такими вот уже прям, видите, тоже я ее затерла. Очень такие вот весенние, приятные, красивые оттенки. Бордо, розовый. Очень женственная палеточка в оттенке. Сейчас скажу, чтобы вас не обмануть. 887 у нее оттеночек. Красивая, весенняя, летняя. Прям вот то, что мне нужно для моей Турции. Потому что я сейчас, естественно, в Турции, поэтому это турецкий вариант. Дальше у меня есть вот такая красивая палеточка марки Victoria's Secret. Всегда обращайте внимание на марку Victoria's Secret, потому что они часто выпускают раз в год какие-то вот такие рождественские палетки. И это у меня вот такая палеточка из вот таких красивых тоже оттеночков. Но сейчас этой палетки нет, вот, но она была просто потрясающая. Так, сейчас покажу палетку, которую я сейчас использую практически ежедневно. Это Makeup Revolution.
Это английский бренд знаменитый. У них вот есть вот эти вот палетки красивые, вот в таком вот, в металле. У них две очень красивые палеточки. И посмотрите, какая это красота. Это просто что-то нереальнейшее. Я когда увидела эту палетку, я сразу поняла, что я ее дико хочу. Это очень модные, красивые оттенки. Знаете, такие кирпичные, которые сейчас очень популярны. Вот посмотрите, просто персиковые, кирпичные, лавандовые. Вот этот очень красивый оттенок. Плюс коричневых очень много, розовеньких. Просто потрясающая палетка. Мне она очень нравится. Запомните, как она выглядит. Сейчас она есть в продаже. И стоит она довольно-таки очень бюджетно. Так, дальше. Что еще хочу показать? Хочу показать вот эту красивую коллаборацию с Sephora, с Барби. У них была такая вот коллаборация. И они сделали потрясающую, красивую просто палетку, которую я обожаю. Она магнитная, поэтому немного тяжеловато открывается. Очень красивые оттенки на каждый день. Немного палетка похожа на Naked Basics, но здесь больше светлых оттенков, и они более сатиновые, более мягкие, поэтому эта палеточка гораздо лучше к приобретению. Просто моя любовь. Я ей тоже пользуюсь сейчас ежедневно. Мне она очень нравится. Красивая такая, вы знаете, палетка, которая должна быть у каждой девочки, вне зависимости от того, какой у вас типаж, внешность и цветотип. Сейчас покажу свое открытие. Просто бомбическая палетка тоже, которую нужно обязательно приобрести. Это опять-таки марка Sephora. И у них есть вот такая палеточка. Она у них есть в более темном оттенке и вот в таком светлом. Берите именно в светлом варианте. Так, сейчас вам покажу, что тут есть. Это, кстати, косметика сделана в Италии. И смотрите, что здесь есть. Это просто потрясающая вот такая палетка. Значит, я в нее влюбилась. Вообще еще в магазине была просто в шоке. Я искала себе, когда консилер. Я попробовала вот этот консилер. Он идет такой персиковый здесь. Девочки, как он убирает круто синяки. Это просто сказка. Просто сказка. Вот, наносите сразу после или перед тональным кремом, лучше перед тональным кремом, и просто скрывает все синяки. Супер. Дальше вот такой вот для скул, для скульптурирования, светлая пудра. Можно для высветления, можно просто как пудру, румяна и два потрясающих хайлайтера. Просто сделаю вам сводчи, чтобы показать, посмотрите, какие хайлайтеры пигментированные. Очень красивое дает свечение, это просто какой-то огонь, просто потрясающая палетка. Очень красивый вот этот правильный оттеночек такой, прям, ну вот очень, он очень правильный, он без режины, очень красивый. Дальше у меня есть мой любимый контурирующий продукт для красивых-красивых скул. Это Dolce & Gabbana в оттенке Tan. Очень, смотрите, какой красивый коричнево-серый оттенок. Просто потрясающий. Обожаю, люблю и периодически его себе повторяю. Так, что еще у меня есть такого интересного вам показать? Из продуктов для губ это Lip Maximizer от марки Dior. Очень люблю его. Дальше Yves Saint Laurent, потрясающая моя любимая помада, розовенькая. Вот если я хочу чего-то розовенького, это она. Это 47-й оттенок и коллекция Rouge Volume. Rouge Volume Shine. Потрясающая просто помада, бомба. Вот, дальше, конечно же, Clarins Eclat. Eclat Minute у меня в персиковом оттенке. По-моему, это 02, да, это 02 оттенок, очень красивый нюдовый оттенок. Моя любимейшая нюдовая помада, No Dubs, это у нас L'Oreal Color Shine Ultra Matte. Просто самый идеальный коричневый, самый идеальный нюд матовый. Просто бомбическая помада, обожаю. Так, что у меня еще из помад? Есть вот эта вот белорусская, она уже закончилась, но тоже покажу, 13 номер, Complimentary Louis. Тоже, в принципе, неплохая, но вот эта у меня сейчас просто на каждый день, я ее просто обожаю. Она подходит под все мои нюдики. Дальше у меня есть два продукта для бровей. Это гели. Один гель Maybelline Brow Precise с микрофибрами. Очень-очень крутой гель. И в очень правильном оттенке для блондинок. У меня Dark Blondie. И очень красивый, тоже хороший продукт для бровей от марки Debora. Вот такой вот тоже светленький продукт для бровей со щеточкой.
Так, что еще? Также у меня есть фиксатор обязательно для макияжа. Я им пользуюсь, потому что люблю, когда мне нужно долго ходить, я люблю чем-то зафиксировать макияж и немножко его освежить. То есть, когда пользуешься фиксатором сверху, уже полностью сделали весь макияж, ваш макияж освежается, вот проходит вот эта вот водичка через все слои, и он автоматом становится более естественным. Поэтому это не просто, как, знаете, фиксатор, это еще как термальная вода. Смотрится просто супер свежий макияж. Два лака для ногтей у меня есть. Вот такой красный красивый Dior 853. И какой-то еще розовенький купила здесь, тоже для педикюра. Так, что еще? Тушь моя любимая Maybelline. Я, в принципе, я всегда вот этой тушью пользуюсь. Вот, она мне всегда нравится. Так, ну вроде бы все показала. Покажу еще аромат. Аромат у меня сейчас Britney Spears Midnight. На ежедневочку, на дневное ношение. Просто очень-очень вкусный. Это такой, знаете, сладкий, классный аромат, который подойдет абсолютно любой девочке. Также у меня еще блеск от Victoria's Secret всегда какой-нибудь с собой. Сейчас это Slice of, по-моему, что там, кусочек рая или еще чего-то называется. Вот. Просто очень красивый такой оттенок. Это просто блесточки такие. Как обычно, у Victoria's Secret всегда есть какие-то красивые вот такие оттенки. И спрей у меня сейчас вот такой вот Victoria's Secret Rush. Очень вкусненький, приятный, на ежедневочку. Я всегда вот утром пользуюсь, когда встала, приняла душ Victoria's Secret, наношу, пырскаюсь. Потом перед выходом на всю одежду еще и Britney Spears. Вот, так что вот такой вот у меня был сегодня обзорчик на мою косметику. Также что у меня еще бальзамчики есть, это бальзам натуральный из меда и вот такой вот бальзам Frozen у меня, обычная гигиеническая помада с запахом клубнички, которую я здесь приобрела. Вот, огромное вам спасибо за просмотр, ваши вопросики пишите внизу. Пока!